Шел парнишке в ту пору 18-й год. Командующему, срочно, секретно, лично. Где пропадал? В Фергане, субботник проводил. Целую неделю басмаческих коней дехканам раздавали. А сейчас машины по кишлакам развозили. Сеялки, веялки. Правильно, пусть в кишлаках понимают, для чего советская власть. Пакет вручен. Товарищ Шерали Якубов. Я? Ты к Куйбышеву? Вызвали. Не знаешь зачем? На курсы пошлют. В Москву. Москву? И Ленина увижу, Владимир Ильича. А как же? Слушай, друг, заверни по дороге в Иваново. К матери моей зайди, передай. Игнат, мол, женится на красавице. Вернулись. Факт. А теперь куда же, Игнат Никонорович? В Андижан карта моя легла. Тамошние басмачи маленько шалят. Вы уж там поберегитесь немножко. Меня пули боятся, я ж заговорен. Настенька. Ух ты. Я ж принес тебе тут. Вот. Что там? Разверни. Ой, леденцы. Откуда? Да там это. Сменяли, в общем. Угощайся. Всю жизнь передвигаю. Что привезли? Женихов, ой, требуется. Ой, девочки, подъезжаю. Не туда шофер баранку крутит. Она уже сосватана. Да. Тем более, я ведь все больше налево кручу. Ну так, девчат, кто из вас завхоз-то? А он у нас с усами. Где ты была? Ты знаешь, я тебя с самого утра ищу. Я уж у всех ребят и девчат обегал. Из-за тебя Витьку Петрова задержал с отъездом. Он у нас здесь. Отец вот у страх как ругает. Собирайся немедленно. Мы же ничего не знали. Что это распоряжение? Распоряжение райкома. Всем уходить. Немцы вот-вот будут здесь. Я уж всех предупредил, о вашей компании все нет и нет. Я тут ужас как перенервничал. В общем, мы тебя ждем. Давай быстрее. Подъезжайте к кольцу-то весь часов. Да погодите вы, мама, погодите. Толя, а ты предупредил Валю Филатову? Нет, она же не комсомолка. Все равно она моя лучшая подруга. Без нее я не поеду. Ну, лошади, это не мои. Потом нас уже 4 человека. Я просто не знаю. Вот что, Толя. Спасибо тебе, Толечка, за все, за все. Вы поезжайте, а я с Валей. Мы пешком пойдем. Прошу. Как пешком, Толя? А платье, а белье, я же все в чемодан положил. А постель... Да сейчас! Тогда вот что. Вы поезжайте, а я пешком пойду. Ну не надо, Толя, ведь все равно Вали нет. Поезжайте, поезжайте. Да я с ее склич. Да погодите вы, мама, да я сама. Сама. We'll be right back.
Ой, дівчина, та звідки ляж ти взялась такая, га? Рознак. Ліжбо, шиф Рознак. Ой, свят, чоловік. Свят. Тільки ще такого святого свят це не вписали. Господи, и не попадешь, мабуть, ты в рай Божий, Сашко Козырь. То-то, то-то, и все мешает тому райскому життю. Ох. Садитесь, вам удобнее будет меня слушать. А я не хочу вас слушать. Должны. Сколько вам лет? 19. Жаль. Почему? Мы потеряли 5 лет. Если бы мы встретились 5 лет назад, вам было бы 14, мне 17. Жениться нам, конечно, бы не позволили. Но мы могли бы дружить. Первый раз я поцеловал девушку, когда мне было 17 лет. И это тоже могли быть вы. Нет, я еще никого не целовала. Но я другое дело, меня вы можете поцеловать. Как вас зовут? Валя. Валя. Очень красивое имя. Валя. Валечка. Валюшка. Валька, где ты была все эти 5 лет? Красавица. Прошу. Как зовут красавица? По батюшке Матвеевна. Ну, Матвеевна. Поехали, Матвеевна. Поехали. Я не вижу необходимости уходить не сейчас. Мы первомайцы мало были связаны с клубом. Поэтому я останусь. Тебе обязательно надо уйти. Уля, я останусь. Тебе надо уйти. Я обязательно надо уходить. Уходить. Уйти из города. Да, мы должны разойтись. Не все, конечно. Ребят с первомайки вряд ли затронут этот провал. Они смогут работать. За исключением Ульяны. Уля, ты как член штаба можешь быть в любой момент разоблачена. Ну и напугал. Откуда тебя черт потлатла? Это Морозко, муж мой, всегда что-нибудь устроит. Да мы с ним знакомы, трошки. Прямо изо рта вырвали. Не, ей-богу, мы ему говорим, а он головой крутит. Не дам говорить. Значит, понравилось. И здесь паразит. Ушла. Наверное, с Узелковым ушла. Ты что? Я плечо. Да, Вениамин, испортил ты мне всю работу. Ну-ка, дай прикурить. Я уже об этом Егорове очерк написал. Там уж другого припасли. Такой хороший коник. Ну, не горюй, милый, не горюй. Гляди, какую я собачку нашла. Гляди, какой кутенок. Солнце, где ты?
чего что вернулся-то? Да фуражку в клубе оставил. Ну, ступай своей фуражкой. А закрыто. Клуб закрыт. Чего уставилась-то? Моя лучистая.